Полное описание и точная дата выхода 7 серии нового российского сериала «Презумпция невиновности». 7 серия сериала выйдет на Первом канале 7 сентября. 7 серия. Задорина объявляют в розыск. Ему инкриминируют еще 4 убийства. Аврутин прячет Егора в закрытой клинике. Верницкая просит адвоката защитить ее соседку-уборщицу, обвиняемую в краже ценного перстня. Борис выясняет, что украшение ей подбросили. Аврутину звонит Касаткин, который говорит, что боится за свою жизнь, но потом вешает трубку и больше не отвечает. Борис едет к нему. 8 серия. Аврутина обвиняют в убийстве Касаткина. Камеры видеонаблюдения засняли, как адвокат выгружает тело из машины. Верницкая доказывает, что на видео другой человек. Борис выясняет, что уборщицы отстранили как лишнего свидетеля в деле профессора Полянского. В клинику проникает человек в черном с целью убить Задорина. Напомним, 7 серия сериала «Презумпция невиновности» выйдет на Первом канале 7 сентября. Нравится сериал и ждете выход новой серии? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.